гладиаторов – это искусство. Обычно это военнопленные. Я беру этот город во славу Рима. Ты станешь моим орудием. Но я добьюсь своей мести. Это война. Не забуду, как впервые смотрел «Гладиатора» в кино. Я видел его дважды. Быть частью продолжения этой истории невероятно. Думаю, это крупнейший фильм в моей карьере. Они построили Колизей. Это захват. Зрелищность. Везде чувствуешь себя в том мире. Мне это нравится. Работа над фильмом – яркий момент моей жизни. Работать с сэром Ридли Скоттом – большая удача.